Стар. Борьбу с напрягостью супертяжелая категория свыше 95 килограмм. На первом помосте работает мастер спорта России международного класса старший лейтенант Тихомир Владислав, команда воздушно-космических сил. 1996 года рождения, вес спортсмена 101 килограмм 500 грамм. Владислав является призером чемпионата кубков вооруженных сил Российской Федерации. Тренируется с руководством Сергея Андреевича Пахова, получил результат в этом упражнении 72 подъема. Yeah!
Yeah.